25 мая на сцене Ленинского мемориала один из лучших симфонических оркестров России закрыл свой 49-й концертный сезон. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Олега Зверева оркестр исполнил произведения великих композиторов австрийского Моцарта и русского Римского-Корсакова. Таким образом, музыка Запада и Востока выступила как диалог эпох и стилей. Вместе с Ульяновским оркестром выступил Юрий Мартынов, профессор Московской консерватории, лауреат международных конкурсов. Пианист принадлежит к числу наиболее интересных и разносторонних российских музыкантов. В мире насчитываются единицы исполнителей, в равной степени владеющих таким количеством инструментов и стилей. Юрий впервые в России исполнил ряд сочинений эпохи Ренессанса, барокко и раннего классицизма на оригинальных инструментах. Обычно, когда сравнивают инструменты старинные и современные, говорят о том, что современные обладают и перечисляется ряд преимуществ. Дело в том, что у эволюции этических критериев нет. Не бывает с точки зрения эволюции лучше, хуже. Вот инструменты точно так же, они обладают своими чертами, которые обладают каким-то комплексом плюсов и минусов. С Ульяновским оркестром Юрий Мартынов играл впервые, но они смогли с легкостью и неповторимым изяществом исполнить всю красоту произведений классиков разных эпох и континентов. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.